этом видео вы увидите. Наш утопленник. Не факт, что мы будем это делать, потому что для американцев это not important. Еще. Короче, мы ее разобрали. Вот она вся в глине. Не помню. Я сейчас в таком вот виде, сижу в такой вот машине. Это утопленник. Жаль, конечно. Понял, обрабатываю. Наш утопленник. А ну еще раз газони. Еще раз? Да, оно так хорошо стреляет. Задымило. Ну, короче, работа есть над чем. Утопленник утопленником, но помыться надо. Чуть позже я вытащу полностью весь салон отсюда. То есть эту машинку надо просушить. То есть ковер, сиденья, ковролин полностью буду вытягивать. Высушим, вымоем, соберем. От вас нужны нам лайки, подписки, комменты. Ваша поддержка для нас бесценна. Мнения, пожелания присылайте, будем прислушиваться и общаться. Так, и быстренько уже закончили. Может, кто-то помнит. Под замену была капот, бампер. Поменяли обе фары, потому что были сколы. Кто помнит, пишите в комментах, какое крыло было заменено, правое либо левое. Потому что у нас работы много, я уже не помню. Понял. Вот так она сейчас выглядит. Красили, видишь, еще под замену зеркальца надо. Не знаю, будем ли делать переход. То есть по покраске видно, что крыло крашеное. Здесь вот надо переход. Не факт, что мы будем это делать, потому что для американцев это not important. Давайте заглянем в салон. По салону. Еще нужно убраться. Но в целом он был чистый, если сравнивать с другими машинами. Но выглядит очень даже хорошо. Резина новая, можно сказать. Купер. Протектор. Вот такая вот у нас история. Ждем ваши комменты, подписки, колокольчики. Пишите, что бы вы хотели увидеть. Мы готовы. Первый день. Спасибо. И вы, подписчики, тоже будьте здоровы. Процесс идет. Сиденье уже вытащили. Это уже помыто, стекает. Это вот сейчас вот наполировывается. Следующее вон будет умываться. Также будем сейчас доставать сам ковролин. Ну и дальше мыть. Все по плану. Few moments later. Так, а это новая забава. Поймай себе монетку. Вот так вот. Вручную. Шай. Это как фонтанчик для монеток, знаешь. Еще. Еще. Вот так вот и делаем деньги. Просто с лобного места. Радиостанцию, вот уже меняли ее, разборка. Не работают поворотники, да. Работают дворники, не работает печка вообще. Радио как упадет. Вот что дует? Как упадет. Ну, короче, рележку под замену, да. Ну, вот вам история про утопленника, поэтому пишите комменты, будем слушать, принимать его внимание. Вау! Привет, ребят! Всем привет! Как дела, как настроение? Где вот так вот? Лайки? Собрали в кулак всю силу и настроились. Так вот, что хочу сказать. Сегодня приходил чувачок веселый, сделал мне подарки. Подарил вот такие вот очечки рабочие. Ну, это дистрибьютор на самом-то деле заходил. Перчатки и вот такую шляпу. Так вот, я думаю, будет отличная идея, если мы разыграем эти подарки без лишних логотипов. Предлагаем вам на розыгрыш. Ставьте комментарии, пожелания, лайки. И мы запустим какой-нибудь барабан. Да ладно! И кому-нибудь счастливчику достанется такая шляпа, очечки, перчатки. Готовый механик, готовый.
готовый в бой. Главное, что он укомплектованный, счастливый, довольный и сытый. Хорошего дня. Больше трех букв не перевариваю. Время от времени можно нести какой-то бред. Почему? Потому что это продлевает твою жизнь, добавляет ярких эмоций, счастья. Счастья тебе и твоим близким. Мир всем вам, салам. 3 days later. Третьи сутки в этой шляпе хожу. Обожаю постоянно непрерывный видеопоток. Снимаю все, что вижу. Точнее, вижу-то я многое. Все, что видите вы, все, что сзади меня. Так вот, на улице тепло, но мне реально понравилась эта шапка. Я был удивлен, особенно потому, что это подарок. Так что, ребят, давайте активно пишем, комментируем. Отправим кому-то такую шапку, новую, запечатанную. То есть это моя, вам куплю новую. Может, даже выберем цвет для вас. Пишем комментарий, что думаете, стоит ли брать утопленников. Взяли мою, откровенно, очень дешево. $700 сыграла ставка, плюс налоги. Что дальше? Помыли всю машину с керхером, с моющими, с химическими. И это, кстати, еще не закончили мойку. Сейчас еще надо помыть пластиковые детали, карты, панель. И еще обязательно сполоснуть потолок. Обеззараживаем от грибков, потому что машина утопленник, была плесень. Долго не стояла, поэтому все хорошо. Напишите в комментариях по машине, что делать с бампером. Красить или покупать новый. Я, если честно, думаю, что его можно покрасить. Повреждений нет, зря меня напугали. Скажите, сколько надо сюда еще вложить, по вашему мнению, чтобы эта машина несла клиенту, чтобы нам не было стыдно за качество нашей работы. По замене. В принципе, все было целое. И сиденья, и ковры. Все отлично. Меняется компьютер. Один, второй. Возможно, в дверях механизм автоподъемников умер, потому что не работает сейчас. Будем разбирать карту тоже, смотреть, что там. Не бито. Все. По-моему, это все. Наверное, дальнейшее уже буду снимать, когда машина будет собрана. Жду ваши лайки, комменты, пожелашки. Ребят, привет, здрасте. Mazda троечка, видели на доставочке. Скажем так, для вас ускоренный режим. Масло еще не меняли, просто пока завели. Здесь да? Чисто, масло не налетело. А дым что? Вон, вода, стык. Вода в... Сложна. Короче, мы ее разобрали. Вот она вся в глине. Разобрали, еще сушим. Видишь, там вода, тут вода. Была waterline выше крыши. А еще потолок, может быть, не отмытый. Все работает тихо, идеально, не шумит, не гремит. Вот там где-то есть какой-то кусочек чего-то. Но там очень много из дерева. Нагревается. И она воспламеняется. Ну, поднимем, да, почистим. Вот такой вот прикольчик. Смотри, это наша маздочка уже на подъемнике. Есть фокус? Это наша маздочка, которая только что показывала. Что? Вот это такое. Это трава, ой, листва. А это орешек. А я думал, сова. По всей видимости, был орех. Сколько здесь? Сейчас буду снимать защиту и выбивать оттуда весь этот мусор. Потому что при первом же заводе, говорю, было возгорание. Ребят, прислушаемся к вашим советам. Ставим комментарии, что нужно сделать, что мы упустили. Пишем. Ну что, можно сказать, ой-ой-ой. Я пока снял только клипсы. Посмотри. Тут прям намело, нанесло. Неудивительно. Ой-ой, еще вода капает на голову. Короче, смотрим дальше, что будет дальше. Не знаю, будете ли вы меня видеть потом. Ну вот, разбираем. Как всегда, мелоки. Тут видишь. Ну, в общем-то, вот такую клипсу снимаем, вот такую вот отцепочку. Что думаете, это 10 или 12? 10. Не помню. Клипсы. В общем, что-то горело, наверное. Вот тут орешек, каштанчик, орешки, семечки. Вот так вот она где-то плавала. Время чистки. Давайте, ребят, поддерживаем комментариями начинающих блогеров. Как оказалось, это еще не все. Вот здесь вот, прям пучками. А, это смотри, может оно и горело. Черный цвет. Ну вот, скажите, как это называется? Как это? Коллектор двигателя. Часть какая-то двигателя. И тут что-то. А, ну я уже, видишь, все повыбирал. Ну вот, да есть, смотри. Не хочется эту фольгушку бить. Ого! Приколдасину я нашел. Вот
такой вот подарок. Что-то еще здесь, да? Здесь что-то. Короче, мусора в этой машине в утопленник выше крыши. Очень много мусора. Красота. И так, такого же цвета было, да? Кто не знает, это получается масло смешалось с водой. И вот оно вот такого цвета стало. Сейчас масло с коробки, и точно такое же было с двигателя.